Но если ты в этом закинул XR в Это не микрофон, EA... это NVIDIA Broadcast почему-то пердит. Не понимаю, по какой причине. Ну, типа, вот я его вырубил. Добавил в EA. Сейчас меня нормально должно быть слышно. Ну, вроде да. А у тебя какая сейчас видюха? 40? 3070. А, 3070. Ну, слушай, 3070 должно нормально работать с Broadcast'ом. ХЗ, странно. Так, а это карта с Bad Company, да? Нет. Нет? Новая? Так, ну мы в обороне, значит, я по-любому за инжа. Но, кстати, у меня есть такая мысль, что мы против ботов сейчас будем играть. Почему? Ну, потому что 36 игроков, а 20 секунд до старта. 39 у нас и 0 у врагов. Если на тап нажать. Угу. В Origin меня добавь Тиндалос. Делай то же, что и я. Миша Графоуни. Не, просто если нас сейчас реально кинет, и там у противника дохуя ботов, я предлагаю сразу выходить. Один из наших частных путей снабжения в Чехии. Меня даже не в твой отряд кинуло. Вы да? Туда, чтобы охуенно, укрепить блядь. Оборону внутри комплекса до того, как американцы. Ну, я создал отряд. Им. Элита. Это место — краеугольный камень поставок тяжелого вооружения. Потеряем его, и Восточный фронт рассыпется. Обеспечьте какой-то контроль над комплексом и устраните силы не, противника. Нас, мы рассчитываем на забаланс. Он нормально. 20 на 19 нормально. Свои цели. А, так нихуя, они там сразу прям появились уже, блядь. Пиздец. Это патроны на РПГ дают. Это хорошо, только я... Только им надо... У нас просто техника сейчас со спины хочет заехать. Стараюсь ее мусануть, пойти вон она, блядь. Вот она, вот она, вот она. Куда я попал, блядь? Блядь, тут танк прям приехал, танк. Прям большой, биг танк. Мы знаем. Ой, я танк убил с зарядом. Саняо. Похилить Саня. Ага, хорош. Враг уничтожен! О, я въебал танк, нормально. У нас бежит чел. Так, Q два раза нажимаешь, ставишь красную точку, ты знаешь, да? Да-да-да. Нормально, выстрели. Бля, меня снайпер хлопнул. Сейчас пизда, у тебя тут... Я с актера все нанял, охрану просто за тобой бегают, тебя противники контролируют цель СП-2. Так чё, это нормальный вагон, блядь, он охуенный. Мне кажется, у нас техника какая-то сзади. Ой, блядь. Да ебать, меня какой-то снайпер хлопает там издалека. Прикройте! Нам надо защищать цель! Ставлю турель! Там опасно! Вот опять этот снайпер уродский. У нас как-то много медиков потратили, я тоже на инжа возьму. Минусов не вижу, но да, я за инжа играю стабильно из-за турели. Так,
помощь. Ну, снайпер Саня душит. Не дай. А, ну хотя интересно, все нормально. Бля, Саня, ну тебе резко будет пиздец, как тяжело. Ты мы у них должны быть, не понять, что ли? Да блять, ну встань! Граната! Граната пошла! Так, дрон шат тогда. Да сука! Бля, медик, медик, поблизости, Некит. Не забывай меня. Некит. О, пизда. Там пизда. У нас сзади танк едет. Вижу. Надо его хлопать. Бля, резает очень далеко. Враг на моей метке. Около 70 метров от моей позиции. По танку хлопнул, да? Ну, по один раз по нему попал. Я попал второй, Саня, надо еще. Они хилят, хилят танк. Они вышли из него. Все нормально, танк ебали. Хорош. Они где-то здесь должны быть. Угу. Вот вышел на тебя. Бля, он бил меня. Да, ебать он тебя трахнул. Там мечал прям. Он уже налево побежал, налево. Да, с той стороны. Все, его убили вроде бы. У нас минус один! Бля, я один дефую точку, если что. У нас людей просто нету. Одна из наших целей потеряна. Нас вот там вот слева. Уже прям на точку. Да, да, да. Ну у нас танк приехал нормально. Бля, меня сзади, 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 у нас сверху на вагоне. На вагоне, он на вагоне был, он уже за вагоном. Не, не на вагоне, нормально. Я его убил. Хорош. Прям в вагоне прям сел. Бля, у нас вагон прошили насквозь, если что. Один Никита захватили цель. Нас всех убили. Сука. Мы долго держались. Да команды вообще не чувствуются, блять. Я увидел только чела на технике, которого с двух выстрелов, блять, взорвали и все. Наши войска штурмуют цель А1. Жалко. А где мы можем А1 отжать? А, так у нас А2 еще есть, блядь, на А2 быстрее! Или А1, или А1 надо отбить. Тут опасность! Расстояние большое! Бля, А1 отбить реально. Наши войска атакуют цель Альфа-1. Да, да. Уже вот, ну вот теперь уже нереально. Пока был танк, было реально. Не, нормально, отбиваем, отбиваем. Наши первые удары нанесли. Нормас, бьем. Ебать жестко. Отжали один, хорош. Противники захватили цель. У меня теплак прицел, блядь. Теплак имба вообще лютая. Ну, у меня другой теплак лучше, наверное. У тебя там белый теплак был, говна. Слушай, даже белый теплак был заебись. Я, наверное, чуть вперед продвинусь. Хорошо. Танк вижу. Где? Метку? Мы оккупировали цель. Не могу на него навестись. Бля, меня сзади ебет кто-то. Я перезаряжаю. Ой, сзади отметил. У нас крыса сзади. Крысу надо убивать. Я пометил. Там снайпер. Вот на той точке. Я сразу. Вражеский боец! Запад! Вот слева, ой, справа точнее. Еще один. Еще один справа, близко. Блять, в вагоне был, да.
Давай, ботик, лечи нас. Там моя турель бьет, заебись. Фреш бежит до нас, нормально. Фреш, он в вагоне напротив нас. Я тут эту гранату кинул. Бля, меня сзади, сзади в моем вагоне где я лежал? Бля, он всех убил. Там я всех там всех убил. Поджег, у нас на один никого нет. В смысле, на один есть, вот мы. Мы буксе тут. Слушай, там А2 отжимают, ну, даже пиздец, ее, блядь. Там. Ну, танк, да? А вот ты даешь метку на танк? Я ее не вижу, блядь. Ну, он там за кору уехал. Нормально, наши еще пацаны. Да, я говорю, вообще пиздец. Нормально. Бля, не успел по танку делать, снайпер его прикрывает. Нет. Бля, бронетехника едет. Дал по ней хит. Еще надо хит. Ёбнул по ней разок. Блять, ёбаный в рот, я тоже ёбнул, нормально. Из нее еще вылазит. Я тоже ёбнул, блять. Убил вроде, убил. ПТР убил. Становится шаг! Граната пошла! Приготовиться! Бля, у нас вот там сзади энеми. Два энеми. Блять. Только держись! Врача! Я у него хп, блять. Бля, два захватили. Охуй, мы держим один. Что тут за невидимость здесь скоро? Вагон этот залезть нельзя, хотя... Бля, надо турель там пойти поставить. Ну еще близко подходят. Моя турель готова! Американцы захватили цель! Я, короче, нам приказывал оборонять один. Угу. Из-за того, что у нас минуту, типа, мы держимся, нам топочки дают. Это вообще охуенно. Здорово, Маникадзе. Ну да, через Origin просто подключайся. И нам лишь удерживание цели дают, хоть. Ух, вообще. Бля, чел меня жестко трахнул. У меня тоже. Но у него АМ-40 какая-то. Бля, не дали мне встать. Бля, мне нужен доктор. Одна из наших целей атакована! Бля, очень далеко резнуло. Бля, на один нет никого почти. Придерживаемся плана. Ну, походу, у нас А2 пушат, блядь, а вот зря. Они уже заходят, походу. Угу. Ну, я подхожу. А1. Вертолет. Вертолет? Вижу движение противника. На 10 метров. Американцы атакуют одну из наших целей. Ураль втроём. Блядь, надымили тут целую кучу всего. Вертушка противника. Надо домиков срезать. Ой, домик БТР. БТР, да, у них? Справа. Да, вижу. Два хита по ней есть, еще хит надо. Взрываю. Хорош, Саня. Все на вас. Трахнули, блядь. Лучше. Бля, у нас там с боков хуярят уже. Вообще высовывается. Получайте! Ах, суки! Вот эти вагоны разрушать.
Нормально. Да, у нас А2 опять отжимают, блядь. Ну, в смысле, наши ребята. Я перезаряжаю! У тебя китоник не так уж и быстро заканчивается. Ну да. У них вон там снайпера на горе сидят, допустим. Снайпера у них просто... Мне кажется, они из-за снайперов и проигрывают. Блять, ладно. Некому пушите? Ну типа да. Там, блять, у них типов 5-6 нахуй, просто снайперят. Одни снайперы нахуй просто. Ого. Помогу Саня. Медик снайпер его. Он прям на вас смотрит. А мы на него не будем смотреть. Там уже не появился. Танк это плохо. По танку выстрелил. Тоже. О, все, Саня, танк. Танк есть. Я мне ассист добил. Угу. Блядский рот. Нормально. В вагоне справа. Это красная стоит. В вагоне справа метка красная. Крену дам туда. Он лежит, скорее всего. Ушел. Спереди. Да, он спереди, Саня. Убил его. Нашим бойцам удается держать оборону в этом секторе. Там вражеская пехота. Я тут перезаряжаю! Вон их там дохуя. Восстанавливай твое! Да блять, нога ебучая! Ах, сука! Он передо мной, вот! Ой, ой, там мужик зашел жестко. Бля, меня прострелили. Вот суки, в натуре. Вертолет у них появился. Собью его вам, блядь. Как раз одна ракета есть. Больше и не надо. У нас снайпер подсветит толсу, я могу. Блядь, да ты че, охуел, что ли? Я по башке ему. Снайпер. По башке два раза зарядил, блядь. А еще никто не может жить, апач. Они вот за вот этим контейнером, блядь. Гранаты кидаем туда. Да нету гранат, блядь. Где у нас патроны? У нас есть медик с патронами. Они прям перед нами. О, нормально, прилюбило чело, блядь. Вот за вот это его, за вот этим контейнером они. Если мы держим оборону, то я прогнозирую победу. Убил их стационар, покуда рейсовать. Угу. Турель кого-то бахнула. Вторжение противников на цели Альфа-1. Все, блядь, жестко. Оборону на первой точке взяли, блядь. Охуеть. Сбоку, сбоку у нас техника. Танк. Он с хитом. Танк с хитом. Дал дэмэдж по танку. У меня просто патронов нету. Блять. А, у нас вообще с патронами напряг. Ой, блять. Все, взорвали танк. Танк. Да, найс. Помощи, блять, не дали. Вижу огневую группу! Юго-запад! Вот эта музыка означает, что скоро победа. Да.
Надо идти в атаку. Надо идти на снайперов только есть. Техника выехала. Такой море взрывали. Так, там БМП едет справа. БМП справа. Хорош. Это не я. Мы продержались дольше американцев. Территория наша. Отлично. И вот это задефались, так задефались, блять. Но мы не лучший отряд, мы лишь на втором месте. Почему не 128? Блин, Цезарь, у нас и так в катке были боты, блять. А ты говоришь, что 128. Так, там говорят, вот, там говорят, на 19 левеле батл пасса, типа, появляется какая-то мега пушка. Во, вот, сука, мне чуть-чуть до нее не хватает. Надо миссию выполнить. Здорово, дракончик, спасибо за переподписку. Спасибо за 32 месяц. Благодарю тебя. Дракон, нижнее подчеркивание, оф, нижнее подчеркивание, даркнесс, нижнее подчеркивание, сделал самый правильный выбор в своей жизни. Точка. Можем захват пойти, там ботов не так. Сфар, МГЛ, да тоже есть на самом деле. Давай еще одну прорыв, а потом захват. Пора в бой. Я помню, не особо мне эта карта нравилась, когда на выходе игра была. Ну, может, что-то поменяли. Я не помню, переделали ее или нет. А, или погоди, или это... А, не, или, возможно, мы играли на этой карте, просто с другой перспективы показалось. Военные США занимают пункт по переработке кораблей в Аланге, Индия. А, создал отряд, Заря. Но это важные объекты, русские хотят захватить его. Их бойцы уже в пути. Объединитесь с тактическими группами, чтобы остановить вторжение. Мы знаем, что в этом регионе у русских мало ресурсов. Заставьте их пожалеть о каждом сделанном шаге. Идите. Что у нас исполнит в один отряд? Я тоже не знаю, блять. Удерживайте позиции и отступайте в другой сектор. Если враг будет... Да, тут будет жестко, блять, конечно. Прикольный чел. Там ветролет. А, ну забейте, там лютый летчик какой-то, блядь. Нормально. Еще техника перед нами какая-то проехала. Там летит этот, блядь. Что это? Квадрокоптер. Найс. Чё? Чё жужжит, блядь? Там снайперюга далеко. Мы только что потеряли цель. Почему не помечается? Я ж попал бы что-то. Они захватили контроль над целью.
Хороший блок. Пока ёбка страшная, но неудивительно, блядь, потому что ёбка вся на А2. Блядь. Ну как техника есть. На вражеская? Да, её убили. Походу нам надо... Челик летающий. Это, блядь, за мотоцикл. Все, нормально. Это мотоцикл летающий, так и есть. Сука, я думал, смогу там его забрать, блядь. Там практически ебать нашел меня. Получайте, сволочи! Вражеский танк сбоку поехал или где он? Он сзади там. Сзади. А, я на крышу заехал, залез. Я просто у нас где-то вот тут передо мной чел. Передвигаю оружие. На, ёпта. Ага, я увидел танк. Дал по нему хит. Бля, там его прикрывают жестко. Да, так мы его и дефуют, блядь, ну в смысле ремонтируют сразу. Бля, а у них там походу какая-то активная защита или я не знаю, что это такое. Они большие ставки делают на этот танк. Просто так дефлит его, блядь. У них снайпер у нас сзади. 200 метров. Он нам стреляет. Бля, дымовух накидали. Бля, вертушка! Нормально, вертушка есть? Тот чел прям стоит. Пиздец, это вот это жесткий мув был, кстати. Бля, убил меня тоже чел. Он за вертолетом до сих пор живой есть. Держитесь от меня подальше. Бля, гениальный мув. Типа выбиваешь один склад вот так вот, и уже тяжелее точку дефать. Ну их уже на зоне у нас нормально. Найден противник! Да. Около 90 метров от вашей позиции. Надо всех добить, кто остался здесь. Убить выживших. Враг уничтожен! Там еще один был. И танк, блядь! Ёбаный урод. По танку хит он, есть? Он всё. Нас танк вокруг объезжает. По танку есть второй хит. Блять, ну это вообще пиздец. Они танк чинят танк. Убил одного, кто чинил. Походу убили и второго. А, так это не танк, блять, был. Пиздец. Пальнул по танку разок. У меня патронов просто нету, чтобы стрелять по танку. Пальнул второй раз по танку. Танк убили. Танк убили, хорошо. Ой, бля, еще едет машинка какая-то. Сзади машинка к нам заезжает. Атакует одну из наших целей.
У нас так крыша дома. Чел есть. Вот тут у нас сзади противники. Опасность, вон там! Убили всех. Хорошие, так они нам ни хрена напривозили тут, блядь, транспорта. Мы просто его внутрь завезем, и он будет нам помогать. Если я смогу завести его, конечно. Вон вертушка села. Вы думаете, я его не завезу? Я его завезу. Ну, да. Не ты хватило. На вертушку навели. Не хватило этот... калибра, блять. Да это же не танк, это же ПМП ебаная, блять, какая-то, не? Чуть сдвинуть ее. Они уже срисовали этот позишн, блядь. У нас за стеной, я думаю, уже. Угу. Близко. Наши войска бьют по три. Я маф убил. А, сука, блядь. Хазерли кину, у меня нормально вроде работает. Машину спиздили с базы, блядь, чё за хуйня? Чел просто зашел, блядь, на базу и спиздил машину, блядь. Бля, ну грустно на точке что-то стало как-то. Да, с собой можно резать. Цель атакована. Я прямо со спины зашло уебище на пулемете, да. Да сука, за стеной меня убил, блядь. Здорово, Солер. В КС, блядь, играешь, что ли? Убили пулеметчика этого ебаного? Не знаю. Нихуя, живые есть там. Заряжаю! Атаковать одну из наших целей. Турель на месте. Там какая-то хуйня у них. Да, какая-то техника едет, вижу. ПМ. Вот два этажа. Нет, хуйня, бля. Лучше на одной точке концентрировать силы. БТР справа. Да, да, я вижу. Я хочу к нему пойти. Блять, и сука, в стенку попал. Наверное, моя последняя ракета осталась. Блять, танк. Блять, танк, да. Погнул по нему разок. Ой, хорошо. Походу танк взорвали нахуй. А там БТР-ка это еще осталось. Танк еще... Да, танк погнул едет к вам. Второй раз по танку. Танк взорвали. Найс. Надеюсь, у нее ствол востреляет, заебись. Я к нему не стрелял. Да ебать. Жестко. Но они сбоку там начинают со стен давить. На стенах тяжело дефаться. Stay away.
захватываем цель. Так, там техника, техника выезжает какая-то. Танк. Это, ну, не танк, беттер, блядь. Он вот там, короче, за вот этим внимание ящиком. Внимание на мою ответку! Юго-восток! Перезаряжаю оружие! Собака выбрала. Что-то страшное. Я шмаляю по этой беттерке, но... Ой, блядь, но тяжко. Все, без патронов. Она вот там. Сейчас. Вот там, где я поставил. Угроза ответственна! Заряжаю! Да, ну ее там чинят, походу, прям активненько так. Патрончиков бы. Патрончики, броу. Она чисто на оружие, блядь. Замечен вражеский вертолет. Не близко. Я так понимаю, они со стороны стены рвут, да? Либо два, либо со стороны стены. С накрышивают челы. Там крыша дома. Да, на крыше дома реально срет. Ебать, чудик. А тяжело его будет выбить оттуда. Еще, еще один на крышу приземлился. Одного убил. Их двое должно быть там. Тут двое у меня прям. Пиздец. У нас минус один! Да, не задняя крыша. Могу помочь. План был ничего, Микукси, но тяжело. Бля, патрончики! Там справа выехал. Да. Вот он едет, блядь. Пальнул по нему разок. Хорош. Убил. Турель установлена. Цель Альфа-2. Бля, их очень много на точке. Да, они высадились? Да. Да. Блять, там стреляет какая-то тяжелая, ультратяжелая хуетень. А, ну да, беттер этот ебаный, блять. Пиздец. И вертолет еще. По ветру пальнул. Нас захватывают точку и больше. Да, да, да. Не, уже у нас уже норм. А крыша высыпалась. Угу. Вертолет, да что, я бы хотел что-нибудь сделать. Я буду искать ящик с патронами, блядь. Мы захватили цель. Я против вас. Бля, вообще походу никто не ставит ящики с патронами, я в ахуе. Да. Я тут перезаряжаю. Вот вот эти медсумки, ну реально нахуй не нужны, блять. О, хорош, хорош, нам принесли патроны. У-у-у. Или это ты сами принес? Не, не приносил. Не приносил. Вот этот вот мешок, он пипец как важен. Они внутрь, внутрь уже заходят. Кинул нормальные патроны. Хорошо, турель в строю. О, наконец-то, блядь, компенсатор. Головешка, блядь.
Жестко выстояли, блять. Блять, упал. Но было близко. Моя дуренька. Бля, здесь крыса лежит. Наверху? Да. Блин, прям поднимаешься, он на лестнице чекает. Кидай! Походу он все там. Или нет? Здорово, Стиксон, добрый день. Не, он до сих пор там. Пиздец, блядь. Они там обратно перетягиваются на А2. Российские войска захватили цель. Рядового Илюшкину запиздярили. Не, все, это победа. О, какая-то техника. И вертолет еще. Вижу вертолет. Вижу вертолет. Около 300 метров. Так улетел. К нам на крышу высадился, высадился уёбок. Это плохо. Это мега плохо. Враг на моей метке. 150 метров. Убил его. Хорош. Не знаю, колбаса так лобби формирует. Я хуй знает почему. Ну вот, типа, видишь, их немного, но вот эти вот рядовой, это вот все боты. То есть там есть какое-то их количество. Пора взрывать эту хуету. Не дали мне ее дорвать, блять, а я так хотел. Да конечно, это все уже. Ее чинят там, просто не дают взорвать. Я почему не взорвало, блять? Да ебать, срут! Да ебать, срут! В стену не стреляли, там значок такой, бля, бета, да. Пизда, бета разъебал. О, бежит С4! Давай, бро! Давай! Походу убили его. Бетер уехал, блядь, испугался. Блять, я уже думал, оно. Сейчас. А, нет, да нет, я тут нормально все. Они отступают. Хорошая работа. Вы показали. А, три вертикальные полоски — это то, что мой снаряд поймал активной защиты. Все понял, но я же говорю, там нормально было все. Не-не, он когда нажимает кнопку, и у него зеленый свет светится, ты не наносишь ему урон. Угу. Бля, ну причем самое удивительное, лучший отряд-то, блять, в противоположной команде. Да. Конечно, нормально. Сука. Не дали? Еще нет. Ну мне надо оживлять. На медике надо сыграть.
И тогда я вот эти челленджи доделаю. Типа врагов обнаружить 25 и вылечить товарищей, и нормально будет. Здорово. Здорово, Родос. Шарить сегодня не будет сегодня? Нет, он сегодня, да, не будет его. Не будет или будет? Mm-mm. Значит, Void Crew не зарегаем, и вы в ФЗК не пойдете, да? Ну, в ФЗК не пойдем, но Void Crew, в принципе... Ну, там же нет привязки, типа... А если ключик для СНД? Или кто пойдет? Или пойдем втроем, или что хотели? Я ХЗ. Ну, все пора равно. Начинать. Но лишнего же ключа нету, да? У тебя только два давали. Ну, мне понимаешь? Только два, да. Я рефандул игру, я активировал на свой аккаунт, понял. И Джокеру да, я давал. Да. Мне Арсений дал ключ. Я знаю, да. А ты тебе Родос не давали ключ. Сейчас проверим. На Луркете, да, еще раз? На Луркете, да. Нету, не давали. А втроем мы хотим идти? Не знаю. А ты БФ с нами не хочешь? Не, БФ пока скачаю. Ёбаный в рот, блять, будь здоров. Динозавр, нах. Реально динозавр. Не, БФ-ку я не хочу стреляться пока. Мне хватает. Я стреляюсь в Сталкрафте там и так далее. Я просто почему спрашиваю, думаю, ваши планы какие? Думаю, подрубать, не подрубать. Только домой пришел, пойду похаваю и... Ничего, ты где был так? Ну, да по делам ездил, мне позвонили утром. Не утром, в обед, как я просыпаюсь, там в 2, я поехал. Да, и вот думал, что какие планы у вас вообще, типа? Ну, пока БФчик играем, потом можно, да, типа, ну, Void Crew сыграть или еще что-нибудь зарегать там попробовать. Armory Forge? А, у Сани нету. Да, у Сани нету, блин. Как ему можешь стрельнуть у кого-нибудь? Ты же, блядь, покупали целую кучу тогда, Саня? Людей. Миски чисто пойти поиграть. Куда? Понятно. Ну, в Armory Forge. У меня нет. Ну, понятно, но если тут из релов, может, тебя Акпа догонит, ее скачаешь? Ну, да. Я бы что сыграл кооп-миссии в арме. Я не уверен, есть там кооп-миссии. Ну, мне говорят, что есть миссии. Мне тоже говорили, что... Нет, именно официальные кооп-миссии, типа. Там прям так и написано, я могу тебя даже прочитать. Все, нет. Если... Я знаю, что там есть миссии обычные, понял? Ты запускаешь миссию, там люди просто коннектятся, ну... Нет, там именно не мультиплеерные, именно кооп-миссии. Ну, давайте сыграем. Может кто-нибудь из чата дать, если есть Акич Джокеру сыграть? Так, если так, это вообще просто, вы там поиграете. Смотри, как у меня скин за этот. Да, погоди, Саня, у меня лагает нахуй, за пиздец просто. Я пытаюсь, блядь, найти инфу. Не, вообще, сука, невозможно. Ебучие, блядь, тупорылые игры. Которые в свернутом состоянии просто не дают, блядь, тебе что-то делать. Скин за 100 левел прошлого батл пасса на дозера. Если что, захват на этой... Так можно колбаса? В закрытой карте, нажал. Ага, окей. Можно колбаса играть. Просто подсоединяешься через Origin и все. Здорово, седьмой забор. Да, 42-й сейчас более чем играбелен. Макс тоже хочет пойти, вот я спросил. В арму? Просто. Да. Ну вот, я думаю, там просто на четверых и есть. Расхват на скалах. Короче, вы еще, наверное, полчасика условно поиграете, правильно? Ты сегодня быстро скачаешь? Да, да. Я быстро скачаю. Окей. Может, я скидка чай, но еще вроде нет скидки, да? Типа, ты хочешь взять ее и на 2 часа и рефандить? Не. Была скидка, я бы, может, купил, но за 11 тысяч я не хочу ее покупать. 11 тенге — это факт, это очень много. Это чё? А, так это ж залупа, блять, вообще. Русские взяли нахуй сектор Дельта. Первая ППшка очень хорошая. Угу. А я что-то скар какой-то взял. А где, у медика с ППшкой норм, типа? У скара куча урона есть ещё. И есть под ствол. Окей. Да, на Х вроде под ствол. Да, перс еще патроны всегда кидает. Да. Если не остановим их, они захватят все. Рост кружения ФЗК сегодня не будет, Сени нет. Войска союзников захватили сектор Браво. Да, началось.
Началось, да, я тут пока беру сумочки, опа, раскидываю, пацаны, держите, держите, парни. Не только этот ход, если справа или слева. Кто ты, блядь, мой опыт воруешь, сучара? Теперь фул лобби, но охуенно же. Прикройте! Я перезаряжаю! Бросаю гранату! Врагов трудно увидеть, конечно. Да у нас тут там целая куча, блядь. Чел со щитом у меня. Да, что, Штурмейк со щитом нормальный чел, кстати. Захватываем задние точки. А у нас задние точки отжимают. Ебать новости. Да, и вправду у нас отжимают задние точки. Не подпускайте их сюда! Удачи, командир отряда. Мы только что потеряли контроль над целью. Да ебать! Прям на мне, Мипукси. Понял. Понял. Так, ладно, я понимаю, что походу этот мэнчик... Да, я же могу это тут и тут делать. Все, окей. Сектор правый, секрет принадлежит нам. Я с гранат с этим, конечно. То вообще всего летит целая куча нахуй. Какая жопа, блядь, происходит вокруг. Нихуя непонятно, блядь! А у нас спереди, спереди, спереди челик! Да блять, а! Ух, он с дробовика меня хлопнул вообще. Мипукси, он там... Все нормально. Я понял, наших потушили походу. А, не, да, забейте, блядь. Их тут просто миллион. Так я что-то кьюшкой потыкал, нихуя не произошло. Пиздец, тут просто пиздец происходит. Очень мясная. Местное метро, блядь. Кидаем гранату!
Блять, везде столько эффектов взрыв, я вообще не вижу противника нахуй. У нас один пиздец сзади, если что. Не, блядь, для прорыва это охуенная карта, но для захвата какой-то пиздец, если честно. Они взяли сектор Альфа. Я убил меня, чё? Типа, когда со всех сторон так лезут, блядь, это вообще какой-то ужас, нахуй. О, найс. Приму, Эль, приму. Закончил, приму. Нам нужно захватить ту цель. Держите нас в курсе. Здорово, дракон. Команда на один прибежала. Нормально. Потом сейчас быстренько захватим и все. Можем ДС пойти, кстати. Продолжим. Тоже как вариант, но... Не, я говорю, если получится Акич достать для армы Reforged, бля, я бы с удовольствием поиграл. Потому что она реально, она типа, ну, у нее движок совершенно другой. Это не коп миссии, как в арме. Будем следить за вами отсюда. Это тебе патроны. Большая часть сектора принадлежит нам. Блять, вообще пиздец. Ему удалось взять сектор Дельта. Пизда мне. Я могу помочь. Так, ну, вроде бы все целенькие, живенькие. Я сейчас приду. Угу. Да ебать колотить, господи! Какой же ёбаный ад, блять, по-другому и не скажешь. Так, ну ладно, у меня открылась та пушка, которая говорят, что она мега охуенная. Вот это, да? ВХХД3. Поехали пробовать с ней играть. Дай реснуться. Типа лучшая скорострельность. Прицел, конечно, кошмарный. Че я свечусь, блять? Я скорая помощь. Не надо мне помочь. Не, прицел кошмарный этот, конечно.
Гранатки им туда, блядь. На, нахуй. Я его не полечил, блядь. Или полечил. Кажется, Цезарю похуй вообще на эти гранаты. Фу, похуй. Ой, блядь, я сгорел! Вот сука! Бля, вот эту стенку бы пробить нахуй! Чтоб тут их выкуривать, блядь! Если и дальше будешь так подставляться, давай сбивается, если дамажится чел, а, понял. Пизда. Ебучий, блять, миномет какой-то. Всех убил, блять, разом. А что-то мы вообще в полном говне, кстати. Мы вообще в полном дерьме, блядь! Б1, срочно! Отметка сделана! Враг захватил сектор Браво! Я это, ребят, повторю вопрос. Аккаунт с Армой Рефорджит есть у кого-нибудь? Джакерги дать поиграть, если не жалко. На сегодня хотя бы так чисто зайти потестить. Что произошло, блядь? Ее купить можно? Можно. Если не дешевая. Сектор Браво захвачен. Противники атакуют Браво один. Не, ну скорострельность у нее хорошая, это правда. В этой пушке. Сука. Армари Форджер, да, оно. Хорош Санчес. Блять. Он прямо за стенкой, Саня, 20 метров. Нет, бедра здесь оружие, ну, так нихуевенько сносит. Да, типа с автомата тяжко тут от бедра. Они насистов. Сука, ну мало ли, я думал, проканает. Они рядом все входят и не помогают. Цезарь, помоги. Мируки спас. Спас команду. Простачку забирают. Да, потому что их тут дохуище, блядь. Почел. Так он прям под нами, блядь, сидит. Ёбаные волки. О, Саня, тебе эльф, походу, подарил Армури Форджер. Ну, зря, наверное. Ну, попробуешь, не понравится, рефандишь. Бля, старик, ломай это все, хуль ты... А, вот, все нормально. Зря пиздел. Спасибо, эльфийская песня. А какую качать? Тут две, Армури Форджер и Армури Форджер Экспериментал. Рефорджер, наверное. Там, если что, у нас под один слева идут типы. Сектор Браво в руках врага. У врага контроль над большей частью секторов. Пора отбить их. Вроде бы не идут больше. При любом...
таком раскладе нас стало вдвое меньше. Да, бля, сосем пока что. Сосем, блядь. Я отходил. Мы поставим тебя на ноги! А, понял, блядь. Я типа ушел на минут 5 и... Меня по килам. По крайней мере, никто из вас не перекинул. Забей, я вообще нахуй не понимаю, что тут происходит на карте. Терял? Да нет, ну типа пиздец, очень много всего происходит. Нон-стоп взрывы, блядь, дым этот, вообще нихуя не видно. У меня еще пушка, блядь, без прицела, у нее прицел просто прям, блядь, у этого. У проктолога, нахуй. Ну это вообще пиздец какой-то, блядь. Ужас, блядь. Блядь, это еще хуже, чем в метро даже, я, блядь, говорю. Вообще хоть кошмар, нахуй. Че, то есть не нравится тебе карта? Именно в этом режиме она вообще отстойно играется. В прорыве более-менее. Прикройте, я не вижу. Ты говоришь, купи, я плей в стиме, там скидка 37 рублей, по-моему, она стоит, там будет покупка на месяц. Во, вот с тепловизором тут вообще такой изи, мне кажется, играть, блядь. Просто супа изи, блядь. А у тебя есть тепловизор? Да я говорю, у меня мушка уебищная здесь только, блядь. Заебись, друг друга постреляли, блядь. Флаг не просвечивает дым, да и ладно, блядь. Всяко больше видно, anyway. Граната пошла! Пиздец, блядь. Какой-то прицел уже открылся, да? Надо сдохнуть, блядь. О, хорошо, это мой шанс. Ну я за медика с вектором играю, прикольная тема. Теплаком. Да, вот, 2х хотя бы, похуй, вообще что угодно, блядь. Это ты новую пушку открыл? Да, 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 вот эту, которая с Battle Pass 19 левела. Ну, говорят, типа, она ебёт. Блядь, меня откинуло прям к ребятам. Пусть есть! Да, блядь, опять откинуло. Два раза на гранату подорвался. Жестко. Чел просто мега лоу, лоучик. 2 хп остался, блядь, жут. И стреляет. Совсем. И стреляет, ему вообще похуй. Ладно, тут нас вынесли, блядь. Тут нас просто вынесли как мусор, блядь. Не всегда побеждать, правильно? Да? Согласен. Если стреляется, то стреляется. Как же ты все? Вон оно что. Ну я скачал Reforged. Ну, можно написать Радосу, спросить у Максона, если готовы пойти. Ленникс. Че ты, вы готовы, да? Туда? Да, Сане подарили игру. Я понял, я увидел. Саня что-то чекал. Саня скачал вроде бы. По какой там экспериментал есть и обычный есть? Не-не, дефолт, конечно, нужна, мне кажется.
Там, ну, Макс идет, ему написал, вот когда, когда это было, когда с вами общался, ему написал через полчаса. Нормально тебе было видеть. Ну, ты ж можешь сильно посмотреть, как ты написал. Ну да, вот, я имею в виду, я думал, что тебе еще будет играть эти полчаса, я хуй знаю. Мы это сколько времени прошло? А, ну 20 минут прошло. А, ну, вот как раз. Ты, блять, вообще кошмар нахуй. Просто граната за гранатой, граната за гранатой. Бля, патронов на векторе не хватило. Защита разъебала мою гранату, вот сука. Вот тут есть такие примочки. Кстати, удобно, мне кажется, очень полезная тема на этой карте. Да, да, вообще имбовая, я бы сказал даже. Я просто прихожу, и тут их дохуя справа. Надо пулемет, походу, братья. Нас уже просто на... О, у нас тиммейтики сзади захватили точки. Это они грамотно придумали, конечно. Просто уже от бедра ебашит, блядь. Ну так-то да, нихуя у нас ребята позахватывали, блять. Ну вот на D1 попробовать отжать. Наши войска скоро потерпят поражение. Мы захватили сектор Чарли. D1 потеряна. Проебываем. Бля, ну пушка бомбовая, это да, кстати. Да еба, пушка! Бомбовая? Нормальная, да. Она таполка или так? Она прррррр, блять, прям прррррр, нахуй. Вот такая вот. По три патрона? Нет, прррррр, прям вообще пиздец. Очередями как-то стреляет. Ну, блять, ну в смысле автомат просто очень быстрый. Сколько в магазине патронов? 30? Нормально. Они захватили контроль над сектором Браво. Бля, чё под деревом лежит, его не видно, просто в кустах лёг. Просто вы на их базе тусуетесь, а у нас все захватили. Да, да. Они трахнули, блять. Да забей, ужас, блять, вообще. Не, не, эта карта только для прорыва, блять. Чакал. Мы там на каком месте? На 10-м? Ой, мы вообще в говне, блять. Ну хотя я на 5-м месте, в общем, зачете, блядь. Хотя 34 так, человека так сосал вообще пиздец просто. Я топ-2 по фрагам в нашей команде. Мощный.